Всю дорогу шел дождь, ливень. Я всю дорогу молила Аллаха, чтобы возле Шульганташа дождя не было. Просила Аллаха оказать милость, чтобы он разогнал тучи, и чтобы мы радовались, глядя на создание Аллаха, такую великолепную пещеру Шульганташ с древними наскальными рисунками мамонтов, носорогов, блюдов. И вот Аллах услышал молитвы. Дождя нет.